Так, что там? Ну, вообще, что да. там с пиками, что там с банами, ребята? Что там с пиками и что там с банами? Нажимайте, ребят. Подожди, 93-й, почему 93-й, same link? Светозаров что-то, нет, Светозаров что-то, да, напутал. Все, команды готовы, и посмотрим. И первый бан, ну, я думаю, что повторят опять бан под ДК. Ну, это разумно, да, иначе сразу будет... Зачем Киза банить? Не-не-не, на самом деле, если собирается играть через конта, правильно. Хотя, в принципе, можно банить того же... Например, банить того же Афли Варлока, потом поверх него и Лема. Ретрик. Если он не будет пикнуть. Однако ретрик сразу пикается. А зачем пикать БМ Ханта в первом, я лично не понимаю. Вот ну да, БМ Ханта. Это потом... разумнее, это намного разумнее. Они, наверное, поняли эту ошибку. И типа... ПХП, если они хотят ПХП, оно будет. Оно не забанится никак. Да, оно не забанится, оно будет. Там может быть БМ, там может быть ММ. И я думаю, что команда Винруки-то это понимает, что все. То есть вот. Они такие, оп, что же делать? ПХП, все, ребят, ПХП, хотя может быть вдруг и Назар такой. Там же, а может быть тоже стаб, то есть ретри-ШП? Ретри-ШП. Ну как они отыграли же, да, то есть ну, ретри-ШП, шаман. Может быть на самом деле и ретри-маг. Но при этом банится рестор-друид, при этом. И БМ-хантер. Ну, Рестор Друид, они не хотят, видимо, какого-то... Они не хотят... Они хотят шаттера. Просто не хотят шаттера. Зачем Ретри Ханту шаттер нужен? Ну да, шаттер я там... Я думаю, Зуньякин намекает там... Мне кажется, что шаттер очень любит Ретри Хантов. Да, вообще, я думаю, хантеры, они вообще вкусненькие для шаттера, там... Подцепил, но... То есть там есть тот же маг, но с ШП это другое. ШП, да. Он, это... забурстит, он просто возьмет в крылья забурстит так, что или ханта, или там, ну, что угодно вообще. Там любую цель можно убить, абсолютно любую цель. Это да. То есть и ШП плюс еще помогает. Ну, как бы, ШП, точнее, Рестор Друид банится из расчета того, что с магом не будет браться ШП, учитывая, что из хилов остался только приз. То есть это может быть шаттер с двумя пристами, но не уверен, что да, это профитность будет, это будет, его это есть. Да, опять они опять выходят в этот трипл хил. Ну, я даже не знаю, то есть... В принципе, да, против команды Йонса это сработало. Ну, вообще. Это на самом деле достаточно спорно. Это сработало против команды Йонса. Здесь тоже будет какой-то визор. Знаешь, здесь, вот если ретрик позволит как-то ну, жить своему шаману, то есть, вот как-то, чтобы это все шло, там, я думаю, что зуньяки... Ну, в принципе, да, сетапы не повторяют, но ближе к бонусу полностью. Я знаю, вообще винруки, команда винруки как-то... То ли отказывается, то ли ну, как-то экспериментировать, что ли. Ну, взяли нормальный стаб, выиграли, ну и играем дальше. И, либо у них на день один стаб. Сегодня, говорит, мы играем да, в ВВП. Сегодня мы играем это, завтра мы играем это. Хотя спрогнозировать так нельзя, потому что, ну, баны-то все-таки есть, на то они и сделаны, что нельзя спрогнозировать, что тебе забанят. Можно догадываться, нужно догадываться, но спрогнозировать это никак нельзя. И смотрим, конечно, на ретри КШП. Видно, что Хантер бегал, видно, что Хантер отдавался, но ретрик, это трипл хил, да, но все-таки ретрик отдается ничуть не хуже. Не, похуже, конечно, но... Ну да, он там может взять и выжить внезапно. Не, он может, нужно... конечно, нажать минус 40, то есть шилдвол, грубо говоря, как варовский шилдвол. Слушай, а здесь в теории свитч вообще ретрик и ШП по хули престу возможен? Спокойно вообще, хоть со старта на самом деле. Даже учитывая, что там все же фростмаг, это расфиры. Неважно. То есть за счет тримора можно? Конечно можно, изи, просто легко. Особенно Холли Приста, вот, мне показалось, что Холли Приста убить проще, чем, например, того же Дисциплин Приста, почему-то. Вероятно, что Холли Прист не может себе прям взять исходу, то есть, например, как шаман. Шаман, выйдя из контроля, не может взять исходу, поднять свой ХП, если он не пошарит тотем. Вот чисто взять исходу. Ему нужно чуть-чуть подготовиться для того, чтобы дать себе там НС-ку, например, хорошую. Или даже чуть-чуть подготовиться, чтобы кастовать мастера. То есть нельзя просто так взять и выйти и просто так взять и поднять себе фулл ХП на шамане. Нельзя. На присте, возможно, так же. Я, если честно сказать, об этом не могу, но походу такое тоже может быть есть. То есть там сначала накинуть мендинг, который там бафнет флешку, от какую-нибудь инстантовую флешку дать. То есть, ну, что-то может быть такое есть. Ну, поэтому как бы... С другой стороны, прист, кстати, в холле, он как-то вот, если его прям не убили, если туннели жестко, но не убивают, то есть он будет долго умирать. То он как-то, да, живет. Он как-то, он, то есть он вроде ничего даже не кастует, даже бежит, но живет.
Есть. Но вот гарантирую тебе то, что если приста прям, вот Холли приста неожиданно свичнет, там с тем же мосфером, который есть у Ретрика. Угу. И есть еще и, кстати, самое, ну, не то чтобы самое важное, но здесь есть Хекс по магу. Не забывай, Хекс по магу. Хекс по магу выключает его. Стан плюс Сайленс в Холли приста, допустим, ну это да. И, например, от шамана, если, ну, конечно, если получится, потому что, ну, на словах, конечно, звучит шикарно, но. Потому что все должно получиться, а как бы все может нарушиться тем же мосфером, как без тримора, грубо говоря. Uh-huh. Или бланкетом в ненужный момент. Но, например, если захексать мага без тринкета, он, конечно, может блокнуть это, но блокать какой-то хекс иногда может быть и нужно. А иногда в тебя может этот редрик развернуться, дать тебе пару ударов, ты умрешь без блока, вот и все. Угу. И слапа тоже не будет считать, что приставы что убивали. А вот редрик, он же, в принципе, мага-то может хорошо въезжать. Ну. Более чем. В ПХП, вот я тебе скажу, я удивился, что они не вышли в ПХП. Вероятно, Брэйн Дедли, может быть, себя сегодня не ощущает. Может, не в лучшей форме находится. Может быть, сегодня он не в самой лучшей форме, поэтому... Видимо, из-за этого Брэйн Дедли сказал: ой, блин, ребят, ну давайте попробуйте в ШП ретрики, потому что я какой-то... Вы там сегодня уже игровой. Сыграли и выиграли, то есть вы камбэкнулись. Вы сегодня камбэкнулись, поэтому Зуня говорит: дай я соло прожму. Я соло прожму, мне главное 3 серы дайте, и я там уже что-нибудь устрою. Да. Это вполне. И смотрим, конечно, но Светозаров на Ресурс Шамане, он достаточно спорный. Вот он реально спорный. То есть, прям всего-то не понравился на Ресурс Шамане. И, кстати, насчет скайпа, может, все-таки кого-нибудь допослушаем? Да я не знаю, на самом деле, я думаю, в общем, спрошу еще раз о их, могут ли они меня добавить. Да, даже Тиму Светозарова можно послушать, вот просто реально интересно послушать на игру Зуньяки и... Спросил. Зуньяки и, ну, вообще их сетап, и как Зуньяки, что, ну, как вообще, насколько идет хорошая озвучка. Может, просто Зуньяки там молча такой, играет, да я соло его убил и радуется потом. Ну, такое тоже может быть на самом деле. Вполне. 20 секунд до начала игр. И будет что-то интересное. С другой стороны, это может быть неинтересно, это может быть долгое. Но все же это такое, знаешь, это вот... Маг плюс Варлок это не такой, знаешь, это не такой спелклиф, как ЛСД, например, или как Шаттер, то есть у них как бы, да, у них много контроля, но тупо деф и хила у них нет. То есть, поэтому, как бы, да. 10 секунд до начала. Ну, Светозаров, видимо, у него уже после арены, а сейчас, знаешь, полностью сфокусирован. Сейчас начнется там такая супер битва. И финальный отчет, друзья. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Начинается у нас арена, и Этрик бежит вперед. Не боится ли он так бежать вперед-то? Прям... Ну, о чем бояться, правда, подрубает он своего мужика. Ну, в принципе, как и обычно, на старте мужик бежит, как раз в эфире он пробежит. А почему сразу бы крылья не включить? Такой эффект... Не, чуть-чуть мужик стакается, чуть-чуть мужик стакается. Вот крылья, он включил крылья и побежал в эфире. Но ну, сейчас он выйдет из эфира, кидает... И еще один в эфире бежит. А сейчас он может еще в дип стать, например, и ты как бы знаешь. Не, дип уже был, по... А забежать сюда он сейчас не может, здесь ров стоит, уже шип. Еще и шип. Ты посмотри, что вообще с крыльями ретрика произошло. Где крылья ретрика? Еще и решипнули, но решипнули его именно в диспел, когда был... Да, и вот он выходит из контроля. Повторяю, а где был диспел, такой вопрос? Где был диспел от Светозарова? Да, то есть вопрос не имеет. Там, по идее, тримор должен был быть. И все улетают, пока в сайленсе был содов, все берут и улетают. Как задача минимум они справились. Фулладали, подотали. Это да. Да крылья ему пофиг вообще. Окей, то пацан. Есть, у тебя крылья. Не пофиг, но крылья не. Ну, как оказалось, они просто простопали их. Ну, простопали, потому что. Кстати, смотри, содох у нас в плане стоит. И. Ну, ретрик пока. Ретрик просто фера. Он просто нон-стоп фера. Нон-стоп. Ну, и помогу опять у нас Зуньяки пошел соло играть помогу. Ну, Зуньяки не может прям вообще сам один убить. То есть он, конечно, ну, классный. Макс съел камень и слушай, а там в теории могло бы рандомно прокнуть как-нибудь, может быть. Если бы кританул бы что-нибудь посильнее, до блока мог бы прокнуть, но это опять же не так приятно, такой въезд, и знаешь, они... Пойдет лучше блок-то сейчас можно выбить, Редрик закрепился, хотя нет, там шуда нахилит сейчас очень-очень сильно, Соток причем без контроля тоже нахиливает, но и мага лопнуть не получится, потому что Зуньяки не дал, совсем играл сверху. Ну, знаете, но... тут не будет, правда, тут нет колодца, поэтому в каком-то минусе команда, если я не ошибаюсь, то колодец... Под флам идет шаттер, и заходит шаттер по ретрику, минус 40, он не жмет.
Видимо, Захилио, это Светозаров. Сейчас получает в конец кассы и шип. Вот Бабл, интересно, будет ли Маз Диспл. Маз Диспл делается, и можно дальше продолжать играть. Можно что угодно закинуть Светозарова. Нового на Светозарове, ну, и шипом, шип еще. С небольшим шипом. Ну, Ретрик сам себя подхилил. Ретрик сказал, да, все живо, окей. Он. Там ШП что-то тоже может, там ШП может тоже хильнуть. Ну, да, в принципе. И как бы вот был Ретрик на 10%, Светозаров ничего не сделал. Вернулся Светозаров из контроля, Ретрик 90%. Вот это трипл хил и называется, поэтому трипл хил. Блаклака только что на магии улетел. Улетел, он ничего не нажимал, Содых остался, Содых тоже улетел. Они такие, нет, окей, все они такие, окей, бабл выбили. Сейчас подождем Диминишинге, сейчас подождем Дефриз, сейчас подождем то, второе, третье, пятое. И почему давайте сыграем? Кстати, перышки ставит Содых, он с перышками играет. То есть, прикиньте. А что они делают вообще? Ты забегаешь перышкой и ускоряешься. Это, а это вместо чего? Вместо это берется, это щелда спринт не дает. Вместо фридома, вместо, ну, там либо на щелде... И смотри, крылья-то идут под стан по Содоху, и, возможно, это будет первый и бежит гол. В очередном фире. Хотя нет, да, нет, крылья есть, но все равно решил не рисковать, что зайдет какой-нибудь сайлент рандомный по Содоху, который заходит именно сейчас, и... но... Не получится. А вот по Ретрику сейчас получится, причем все. Потому что Светозарова фир небольшой, эфир можно. Еще, да. Если будет шип какой-нибудь, или НС-ку он дает. Шифул, можно работать, можно шифу, работать. Фу, минус 40. А. Нет, Сакро снимается, Ну. Светозаров себя чувствует опять же в шоколаде. Ну да, с таким-то ассистом. Это уж точно. Но с другой стороны, по Ретрика все равно придется хилить. Захиливают он его как раз. Змеяки, без маны. Но, кстати, смотри, по ведруке-то какой демедж, второй блок. Вот так. И колснап нажался только сейчас, до блока у него ровно 3 минуты. Это можно, да. можно играть. То есть, учитывая, что крылья появятся чуть побыстрее, и если Содоха заспамить контролем, а быть может он... Что-что? Крылья же 3 минуты когда. Крылья? Разве не 2? Ну вот, по крайней мере, поэтому показывают 3 минуты. Ну, у них вроде тоже 3 минуты. 3 это уходит половину вроде. Не, я имею в виду крылья... Крылья, да. Ретрик 2 минуты. Ретрик 2. Вот можно смотреть по желтому такому бафу, на котором сейчас 47 секунд, потому что ну он с ними всегда крылья жмет, вообще абсолютно всегда. И между делом-то... Ну, слушай, у Винруки могут быть огромные проблемы. Контроля, правда, на Содохе еще нету. Но проблемы могут появиться просто прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фуфир и работают они по цари. Но умер-то с нас, и может умереть Кара. Может и нет. Ну слушай, такой демедж, слушай, у нас же все. Там было. Просто Зуньяки. Вот нас... я почему-то уверен, что это именно плага взяла и хританула. Вот. Не знаю, почему именно что Зуньяки делают вообще, я не понимаю. Он как-то. Ну нет, извини меня, Ретрик тоже. Слушай, ну у Станзы было. Пригубил. У Станзы было все. Ну, было все, 40%. Его не трогали вообще. Ну, находиться под Ретриком и с моментом, что в тебе могут дать плагу, которая, кстати, скорее всего, кританула. Там зашел какой-нибудь, как он называется-то, удар Ретрика за Common Point, точнее, за Holy Power. Потому что я смотрел, вот он, я такой смотрю, о, въезд по паладину, Барлок просто исчез. Ну, там зашла плага, и, по-моему, зашел еще вместе с ним вердикт Храмовника. Вот он, вот он, но он может. Вот если он кританул, и это кританула оба, то это как бы все. Это РБГ. Так, ну да. Да, пишут Шур, собственно, почему бы и нет. Ну да, почему бы и нет, потому что это интересно. Да, сделали мне звонок, послушаем. Ну, я посмотрю, у них хотя бы Тиму, кто там находится вообще. Ну так, ради интереса, что у них в команде много народу. Зуньяки, ну это понятно. Бен Дэдли, Жанет это какой-то клуб поддержки. Ну, это. Может быть. Это да, это забавно. Это действительно, да. Талдир Арена выбирают у нас second place. Ну, Wizard любит ее. Ну, в общем-то, да. И кстати, опять же, намеревается такой камбэк. Ну, по крайней мере, к этому. Ну, вот как бы. Это не совсем камбэк, учитывая, то есть, что. Если бы сейчас было еще 1-0 в пользу second place, то это да. Был бы. Это был бы просто супер камбэк и. Но опять же, вот этот Bridge Bones, знаешь, показывают трипл хил с Ретриком, с ШП. И команда Сьонса, например, не смогла нормально отреагировать на это. Ну, они не смогут, как бы... Я скажу, вообще, команда с Йонсом, это мало на что реагирует. Вот если бы команда была бы без Йонса... Ну, ладно, да, Йонс мало, это мы так любим. Не, на самом деле, да, любя именно, потому что Йонс, ну, иногда показывает чудеса. Да, это действительно. Ну, Зуньяки все равно, он как-то... А Зуньяки показывают просто уличную магию какую-то. Уличную магию, как, знаешь, как Дэвид Блейн играет за ШП, то есть... Смотрите, друзья, это первый кадр, есть Варлок, а Варлока теперь нет, все просто.
в рот мне ноги, куда он делся? Да-да-да. Как-то примерно так это было. Я думаю, с нас бы именно так и сказал, в рот мне ноги, что со мной произошло? Давно это видео уже я, конечно, не пересматривал, это видео, конечно, интересно. Ну, и я думаю, с нас стоит хотя бы задуматься о том, чтобы сжать свой деф кулдаун. Могу ошибаться, но у него было все. Вообще, он, у него, ну, он может где-нибудь там под хилку где-нибудь случайно там нажимал, но у него даже не играли, не смотрели ни разу. Ну, не, у него там шипы подыгрывал, вероятно, его ред их подкусывал, то есть подкусывал чисто, пока не мог дойти до мага. 20 секунд до начала арены. И потом вот просто, ну, опять же, шипы, либо, ну, либо там ретрик кританул, но это было без крыльев, но было под Таринкой, кстати, ретрика. 15 секунд до начала арены. То есть то, что ретрик в кастер может вердиктом ударить, ну, даже без крыльев, нам больно. 10 секунд до начала арены. Так на 80, с этим никто не спорит. То есть ретрик без крыльев, это не значит, что ты не игрок вообще. И финальный отчет, друзья. И мы заджойнимся команде Bleached Bones. 5, 4, 3, 2, 1, go. Начинается наша игра. Послушаем, послушаем этого Дэвид Блейна, послушаем Зумияки, что он вообще скажет, что там будет. Пицца Фьюри, пицца купи. I'm cheap. Пора попасть. Я иду. Something pizza is like I can't I'm feared. I'm gonna launch first. Wanna go on first? Wanna go on first? We can't go. Yeah. I'm so far take though. Take fucking damage on this guy. Sure, I'm triggering it too. Fuck, he would have died. He would have had to trigger if I was there. Keep going. I can sus. Keep going. Go on, go pizza now. Yeah, I'm feared. Kate, fuck. I was full feared. Okay, I used my trinket. That's bad. Okay. Fuck, that's very bad. I just you still have divine protection. As long as... No, I don't have divine protection. She wait for me the next time when I get healed. Get the gate. Fuck it. Just try help. I can sound priest and do a lot of damage. He's getting it. Just me. I'm healing. Healing you. Were. I'm blanketed. Feel him in you. I'm casting it over my street. It's fine. Casting it on you. So deep. Okay. I'm on my second. I want to go priest to 50 DPS. Let's priest. I can sound. Can you hodge? Okay. Yeah, soon. Think I've seen. I'm feared. Hodging? Yes. But I don't want to go on him. Go on him. Please. Okay, I'm you can't. Yeah, I can't. Okay, then don't just do it. Just waiting my demon protection and... Yeah, well then tell me earlier, dude. Don't, so we don't wait for his hodge. So it's does f***ing waste. Get away. I gave you freedom. It's on you, Zun. Zero, zero off. Yeah. Let's go hard on Major. I can sound speed, okay? Yeah, I'm feared. 3 seconds. Good, yeah. Blanket. Almost straight up. Nice. Go, sound speed. Big damage, Mage. Okay. He blinked. Can you hodge? Yeah, I'm gonna try. I can't. I hodge him, but I'm on lock. Go to debuffs of you. Go on mage now. Shit. Yeah. They're just peeling like fuck. Yeah, I'm on lock. Mana tally. You have to get it. I have ward now. Ready. I'm CS'd and cast and stunned. Okay. I used ward, but I'm gonna... Full piece! I'm gonna... I'm in trouble here. You're fine. Can you second? Yeah, 1 second. He has auto, trying to get it. Use it. Can you hodge mage? Soon. One sec. It's called lock. Yeah. Lock is really low. Can you please go lock? Yeah. Go lock. No, I can't. Just go mage. Hey, go mage. I'm gonna hodge the priest, okay? Go. Oh my god. I'm cheap. My mana hurts. Get you. Full hodge. Okay. I'm fear. 2 seconds. I'm gonna disperse this. No. Yeah, you do. No. Healing you again. Okay, you're fine then. Hodging priest, if I can, he's go. Far okay. He's Hodging. I'm on lock. Between, shuffling on lock. Something after, keep going. I have war. No. Triggered. They're all so low. Okay. Tired, so. Okay. Going on mage now. Fix spell lock. I have war ready, okay? I'm going on mage hard. Go, we kill. Ward. Got you. Oh, I got DC'd, what the fuck? Four priest. Okay, I know, just try and come back. Someone diss me. Fix, yes. Logging now. Loading screen. Yeah. Okay, I'm back. I don't have any frames, so... Well... Okay, it's okay, I'm back. There's a gate. One sec. Almost okay, gun mage. Yeah, I have cooldowns. Okay, you're home. Okay. It's fine. I don't have ward and I have my trinket up. I'm gonna hodge priest. Hodging priest. I'm triggering this. Going on mage. Full fear for that. Okay. Out of time. Me, it seems. You're okay, I think. It's just me, the lock. I'm fine. You're not fine. Not anymore. Oh my. Fuck! Hey!
So fucking lucky! Это, ну, в общем, последняя фраза имела, они подразумевали то, что им, в общем-то, как говорится, прокнуло. Ну, у нас говорят прокнуло, у них, в общем, кричат немножко по-другому. А, что ж, 1-1 счет. 1-1 счет. Неприятный был дисконнект на царе, это было слышно, это было видно. Ну, что поделать? Что поделать? Интернет должен быть хороший. Это как бы, ну, условия любого такого кибертитана. Ну, в общем, забавная, конечно, коммуникация происходит в команде Bleached Bones. И спрошу, кстати, о возможности присоединиться к Second Place. Может быть, тоже там получится послушать что-нибудь. Спрашиваю я Арену пока, друзья. 1-1 счет, и не получилось у Светозарова. Знаешь, вот у него было, вот, в принципе, у него это было все в порядке. У него, в принципе, это был тринкет. И это там. Ну да, ну как бы... Ну, я понимаю, что играешь с People Helen, но... То есть он такой, типа, он, ну, знаешь, вот когда я услышал, что он стоит в бланкете на 20% хп, и он говорит, I'm fine. Ну, 20% после против мага Лока, как-то, я не знаю. Ну, вообще, да. I'm fine. Я как бы, блин, какой fine? Ты чё, бро? У тебя, ты сейчас умрёшь. Ну, привык он играть, наверное, с ШП, с хиллерами, а тут два братка. Ну, на самом деле, его ретрик как бы сказал, что, братан, подхилю, не вопрос. Такие вопросы легко решаются, подхилю вовремя, там, может, сакру подкину. Но... Это да. Ну, конечно, не получилось. То есть, тринкет был, тотем был, я думаю, да и ДНС какая-нибудь была там, да и, может быть... Стоило все-таки тринкануть, потому что, ну, вот извините меня, получить шаманом дефриз на 40%, ну, это, грубо говоря, равно смерти. Ладно, его выхилили, но дальше бланкет, ну, надо хотя бы что-то сделать, чтобы выиграть. То есть, ну, просто так вавки ему не получилось именно эту арену выиграть. Ну, конечно, вероятно, сфейлил. Ну, такое тоже бывает. То есть, в такой риск ситуации всегда, обязательно всегда нужно... То есть это, конечно, может караться масфиром, но всегда нужно просто сказать своим тиммейтам: «Братаны, сбегайте с меня, если что-то ринкануют, нажму тотем просто моментально». И, конечно же, это сыграло с ним злую шутку, игра в трипл хиле. Вот вышел бы он, конечно, как мужик из ВЛЭШ, то есть шаман, вышел, который вышел бы из ВЛЭШ, он бы в трипл хиле чувствовал себя как буквально сыр в масле, на самом-то деле. Ну, или даже, на самом деле, еще жестче, чем в ЛЭШ. Хант, вот, в котором играет сейчас Хинка, Хант, Лок, Прист, это еще жестче, чем в ЛЭШ. Мне кажется, это самый сложный сетап для шамана в данный момент. И реально из всех сетапов. То есть, Shadowcliff и в ЛЭШ, они даже... Ну, даже в ЛЭШ, оно намного как-то... Ну, Вара все равно проще хилить, то есть Вар может продефиться. Мы видели уже, сколько раз Вар жил соло, а ДК не жил соло. И... Ну, это сразу видно, потому что ДК дэмэдж не снижается на 25% в какой-нибудь деф-стойке, а всего лишь на 10%. Ну, получается как получается, на самом деле. И арена у нас выбирается на грант. Это, в принципе, не удивительно, потому что Светозаров хочет тусоваться всегда около колонны. Ну да, чтобы не было вот этих... Просто бывает, когда вы видите, а даже... Да, она большая арена. Ну, слишком уж большая, а... Шаману... То есть, а на Талвире можно РБГ играть вообще? Ну, в принципе, 5 на 5 можно оформить, но насчет РБГ не уверен, конечно. Ну, то есть, она большая, то есть, тебя может вернуть невероятно далеко. Вот для фералов эта арена крайне неприятная, тебя фераят, ты просто по спринтами убегаешь, иногда через арену вообще бежишь, там. Ты можешь вообще убежать по спринтами за ферала, например, на другую арену к врагам. Угу. То есть... Это, конечно, крайне приятная Талвира арена именно в этом плане. Так, ну, Соток что-то пока молчит, прям, знаешь, так деловитый игнорит. Попросил тоже, чтобы он поделился скайпом, потому что... Ну, интересно. Хотя, учитывая, что они на самом деле стримят постоянно, я думаю, это не должна быть такая большая проблема. Да нет, это просто интересно. Это просто интересно. Ну, что они там не хотят, может, свои какие-то тактики показывать. Ну, не знаю, что там за тактики. Ну, учитывая, что стримят они реально постоянно... Ну, они как прям TSM такие, знаешь. Да, то есть стрим у них есть, тактики. Если какие-то наработанные тактики они нарабатывают, какие-то стаб нарабатывают, да, стримят они не всегда. Но... Так, можно заходить. Кстати, этот стаб они, если не ошибаюсь, не стримили. Вообще, Маклок они... Может, я, конечно, ошибаюсь. Но Маклок они вроде так не играли прям. Именно в Пандаре. Может, не, играли, конечно, но не так-то и много. Угу.
То есть в основном Винруки играл. С Фералом играл, точно играл, я видел. Ну что, друзья, скажите, вы еще хотите послушать Skype Bleached Bones? Если хотите, то пишите плюсик, если не хотите, то пишите минус. В общем-то, ну, это будет интересно, потому что Skype там забавный. И такие, mm-hmm. как будто мне понравилось общение от Сары и Зуньяки. То есть, ну, такие... Да, Зуньяки такой, когда им повезло. Да. А, так. Хорошо. Плюс. 16. Любой скайп пойдет, хорошо. Ну, ребят, секондов, я в общем сделаю так, я обещаю вам в следующий раз, когда будет играть секонды, я обещаю, я их, так сказать, ну, заставлю. Yeah. Я их заставлю просто, потому что я тоже хочу послушать. Действительно, я тоже хочу послушать их. 20 секунд до начала арены. Возможно, последний матч на сегодня, если Винруки, Снац, Содых прокают. Ну, как говорится, берут и постригают Bleached Bones'ов, то... Причем на лысо. Да, потому что то же самое. Они отлично свичнули, просто отлично свичнули Светозара. И если опять, как говорится... Ну ладно, 10 секунд до начала. Если, нет, уж точно. Если Светозаров опять не будет кричать там, что ну, у меня все в порядке, там, когда он умирает. Знаешь, мне немножко Венжи напоминает. Ну ладно. Финальный счет 5, 4, 3, 2, 1... Go начинается наша арена. Еще раз послушаем скайп команды Bleached Bones. I just want to stop the gate. I'm shipped again. Sure. Unfortunately, yeah. They'll go on me. I think he's gonna. Yeah. I'm deep. I'll get you. Good. Nice. Gonna watch priest. Yeah, do. Use the monster, by the way. Cast on you. Popping wings here. You might fear? Got you now. Perfect. Okay. Going unlock. I'm fear. I can maybe. Okay. Please can gate. Go please. Oh, you can. Yeah. I'll be mort. Get me. Yeah. Oh my god. Chop. I nest you. Don't panic. Go offensive. I can sell speed now. Something please in a sec. Cast his blanket. Go! Oh, I almost killed him. He snapped before. I'm pretty sure he snapped before. I'm not sure. I'm gonna. I'm blind. How's it? Trinket it. Trinket it. Half here. Okay. Hodge into Hodge. Into Hodge! Full Hodge! Follow him! Maybe. I don't have wall in 15. I'm fearful. Got you. Thanks, pet. Lock pet fear. It's fine, we got everything. I'm feared, 2 seconds. Full fear on me. Okay, I'm just lining a bit. The gateway is a little bit close because there are light wheels on the other side. I think, I'm not sure if he snapped before. Killing gateway? Yeah. I have wall in now he used cold stamp, just now. He's healing it, but it's fine. Yeah. We're going home. Let's go offensive now. Okay. Let's go. Can you hodge? I can fear. I'm gonna try. Full hodge. I'm fear. Full. Try. Fuck out of loss. Yeah. Pump. He's gonna. Puis on peut le tuer dans le prochain wing, on le tue le prochain wings, okay? We're killing the piece 100% next wings. He has no wings, no trigger, okay? Okay. When we go, just let the tremor down. Use the trinket. Watch out. Use everything. I'm lining. I'm gonna ward. I use the Euromaster. I'm free pass. I ward. Got you. Okay. Tremor myself. Can we kill? We can kill the priest in like 15 seconds. Yeah. We're gonna pop wings and everything. I'm feared. You will. Just play safe. Yeah. Okay. My window. I'm taking my trinket for the kill. Just cast. Yeah. Good. Just. I'm okay. Yeah. Okay. I'm just stuck in north. Be ready to go on twist, okay? Philomenius. Getting you, one sec. I'm fear. I trigger it. Oh my god. I trigger it to get you. Go on twist now, okay? Okay, one sec. We're all getting CC'd. One sec. Yeah. I'm immune. Let's go now. Okay. Go. Everything. Sora, yeah. Smash. Gave you the shit, yeah. Master is up. Sounds awesome. He's dead. Come on. Get my fear. No. Oh my god. Fucking tremor. Make one sec, cooldown, one sec, control, make one sec. Oh my god! Focus, it's okay. Blanket, do it. Morph. Come on, get me all you. No, I can't. I'm going to die. Fuck, it's again. Fucking what a fool. I'm coming to you. I'm deep. Heal tides up. Okay. Nice. Let's go, mate. I'm gonna block. Yeah, go! I can sound soon! Okay, I'm gonna hodge. Give me spit. Hodging. Nice. Got you. Spell, dude. For fear, for sounds! He can die!
I know the wrong target. Okay, Hex in the lock. Come on, lock. Lock is low, lock is fucking low. Yeah. Regen, regen. Okay, okay. Safe. I don't have four entry cat, so we have to be careful. Here. Pull back, pull back. What you get? Yeah, just one. Yeah, I'm blinding. Okay. Come. Pump. I'm gonna die here. No. No, you should be fine actually. I have healing stream and shit. They're going. They're on me. Okay. Nice. I'm just ice. We need to go on mage. Monkey, wait. Hodging twist. I'm gonna hit you. You're okay. One sec. Come in, yeah. I asked myself, I'm good now, yeah. Okay. I'm fear. Get. Show me on mage. Train. Got you. Yeah, I have our mastery. Link, maybe, I don't know. Stop, I'm on top, you're on link. No, I'm free casting. Go mage, hard stock! Okay. Sassy priest! So much damage on mage! I'm gonna blind the priest. Dude. The lock. Trying, but... He sees me in cast, beware now. I'm just kill him! Watch yourself, just keep... I'm gonna heal you, one shot. Deep. Yeah. Sucking you, he sees me. I'm in pink. Spammed, yeah. Good. I'm gonna hold your priest. I'm feel. I can trigger this, maybe. I tremored. I'm on mage, hard. Yeah, go mage. Fear, full VPs. Yeah. He will. Okay. I don't have shrink yet. I'm feared. 3. Okay. Just play safe, don't play until you have trying to get behind the pillar. So fucking slow. There's so much mana, this is so good. Do you have trinket soon, Svet? I guess you don't. I have it. Okay. Good. Just play safe now. Yeah. I've already. Psy team, fear this. I'm fearing it. Thanks, Svet. Next, Hodge, can you Hodge? I can 4 beast. Go down. I'm feared. I'm gonna try. Hodging. Hodging. It's on me. I ward. Drink it. I'm in trouble here. Okay. We just pump. Use wings on me. I don't have stack. I'm CS'd. I think you're fine. Fear the beat. Feed, fourth. Go mage. I can sass of that. Okay. Nice, yeah. Everything. Sass please. Okay. You block. Fuck. Big damage, go unlock. Big damage. Okay. Go mate, go lock. So much damage, lock. I'm gonna hodge. Full off, kill the. Have no trinket. Yeah, I'll challenge. Just play safe till you guys have the unprotect. I had to go on the. Oh my god, I'm from over here. I'm gonna. Feared now. Armor master is up. Tremor, do something. I don't know. Tremor. Yeah, good tremor. Coming. Got you. Just get behind the pillar. Go lock. He has nothing. I'm gonna hodge soon. Really soon. Yeah, south of the hodge. Go mage. Okay. Go lock. Hodging. For hodge. He took the gate. Follow him. He's in 15 sec. His pet is low. Mage pet is low. He's dead. Yeah. He faked me. Go. I'm locked. I can kill him after that. Thing. I'm morphed. Charge is back. Yeah. I'm gonna get your ship. I'm deep. I won't. Blocked, but I give you freedom. Ready to blow up the lock, dude? I can sell the priest. Okay. Tremor for you. I don't remember yet. Just dispel. It's fine. Okay. He's so far away. They're going in soon. Beware. I'm fine, I can disperse. Okay. What the time? I'm feared full. Feared full. 2 seconds. You're gonna have to disperse. See where I am? On the other side. Yeah. He has no, we can just kill this lock, dude. I think we can't go on mage. We can't go on mage. Just go on mage. I'm gonna hodge the priest, okay? Go. Hodging priest. Wings, okay? Go! Two get it! Four piece here! Okay. Go. Just tremoring. Yeah. Awesome. Okay, nice. Yes! Get spamming, he's spamming field on me. I'm full field. I still have my trinket. That's very bad, I think that. Yeah. Killing you. Yeah, I still have a trinket. Just eyes. Me too, I still have trinket. He's gonna ship me. Did you use wings there? Yeah. Oh fuck, okay, we need pressure, we're gonna... Yeah, go mage. Okay, going on mage now. We should be fine. Pump ship. Yeah, I don't have a realm of ship. I'm dying this. No. Trinketing this, to heal you. I'm in heal time. Soy priest! Go mage! Go, you're good. Go mage. But I'm fearful. But heal time will get you up. I'm gonna hodge the priest, okay? Hodge into sounds, we can kill things. Hodge. Full hodge. Sounds, into sounds! Keep on me. Healing you. Nasty. Okay. Always has box. It's so retarded. Fear me. I'm gonna ward. I ward. I kicked him. I'm locked. This is bad. I'm gonna heal you. Casting it. I have Overmaster. Yes, free cast on you. Mage has no block. Yeah.
One mage. Wings 30 seconds. Nice. I can blind. Shocked, yeah. I'm gonna try to blind. Blying? Full blind. Into Hodge, go on mage. Francis, maybe. No, that's me, Hodge. He's pulled you. Go. Let's go, low. I'm fit. I'm just killing the faces. Got you. Come on. Oh my fucking god. Dork, it was wings, it's fine. I still have wings. Okay, go. It's Hodge in like 15 seconds. I'll have to think it soon, but not yet. Okay, I have to get this person now. So I feel I have to. I feel it. I'm fear. He's gonna fear. I'm gonna hurt him after the fear. Got you. Full hodge. Mage. He's dead. Wings. Full beat, something after. Wings. Kill him. Chase him. Go lock maybe. He's in the open. Yeah. Can you? Yeah. Go. He ward. Go on mage. Okay, go mage. Got you. Kiri. Lock. Full fade, behind the pillar. Oh, it's all my. Use. Fuck. Watch out, just run away. Priest is on. I'm killing this light whale behind the pillar. Is that a light whale? I need to kill it. Okay. Kill with me. Don't hit the light whale. Okay. I still have trinket and wall ready. Yeah, it's working. Something. Let's go. Push him now. We can win this. It's gonna be a tie. We need to go soon. Yeah. No. There's no tie. There's no tie. So I'm drinking. Oh, I cannot. I'm blanketed. Heal shit. Oh no, he's going on me. Yeah, I'm gonna suck. I produced the shit. Nice. Going on mage. Hard team. Yeah. Full hodge. I won. Going on mage. Go peace, mage. They just gained time. Like, we can't do anything. We need to kill. Yeah, go mage. Just push in now. Push in. Go. I'm with you. Erico, do you wanna go? Do you have weight? We need your priest. No. Please. Let's strike your priest. Right now. Go peace. Okay. Let's go. Keep Hodge. No. Soon. In 5 seconds. Home ship on me. Okay. Full fear. Fuck. I think yes. Keep Hodge. I think he dies if you. I'll link him. No. I'm not. Hodging, please. Okay, go. Hodging, please. Yeah, no. Go mage now. I'm fear. Yeah, we're all fear. Watch out. Oh, I think it didn't go deep. Same second. How? Было близко, было действительно близко, друзья, и команда Second Place выигрывает. В общем, эмоциональные скайпы, эмоциональные игры. Как выжил Содах, просто было невероятно. Буквально с одного или с двух процентов он свапнулся, просто потому что у Светозарова тогда не было тримора, не хватило этого тримора, и, собственно, из-за этого побегал где-то 2 или 3 секунды, ретрик бежал на суперфулах, когда он играл в приставу. Приста, в принципе, не было ничего. Там нужно было просто ударить одной рукой. Просто вот один раз ударить, и все, приз бумер. Другой момент. В принципе, Винруки не было ничего, ни одного блока, уже ничего не было. И как раз, когда закричал Зуньяки, что я вот сейчас сдам фир, будет фулл фир, и поймал Содах тогда его фирвардом. Да. Просто он его взял, поймал фирвардом. Он вообще сказал, что на ДДшников раз фирит, и типа гоу в приста. Там была такая идея, типа, наверное, сколько... Не, ну это было где-то, наверное, минуты на 7-8, они тогда мага чейзили. И, ну, конечно, портал здесь такой... Ну, портал, да. Ну, согласись, что без портала шансов ноль. Вообще ноль. Тупо зеро. Просто ноль шансов. Это правда. То есть, быть может, им нужно было... Они пикнули на Гранд-Арену. Пикнули бы они Долоран. Ну, просто согласитесь, например, брать портал из игры, тупо... Ну, портал дает, да, он дает, но у него есть плюсы, у него есть минусы, что он может забагать, когда ты на него понадеешься. Он, например, может вообще сломаться, когда ты на него понадеешься. То есть минусы в нем тоже есть. И опять же, ну, жмет до конца тринкета Светозаров. И, конечно, вот так вот получается, как есть. Ну, конечно, Зуньяки, послушав его коммуникацию, он там прям, он чуть не горит, пока играет. Он вообще, он там, я думал, что он взорвется, знаешь, да. Это уж точно, потому что он, этого гоу, дай сюда. Вот именно, на самом деле, такой игрок, и такой именно даже не то чтобы игрок, а такой ШП, это очень круто. Если он еще при этом играет вот, хорошо. И он так все, вот он говорит, там именно через там 10-15, там то-то. То есть направляет, он круто направляет команду. Да, это именно очень сильно решает, то есть Зуньяки вообще просто
Нереально. Но это правда, то есть сегодня как бы Зуньяки на ШП это нечто. И 2-0, похоже, выигрывают. Да, со счетом 2-0 Бличбонс. Ну, здесь, знаешь, там, поверь, там возможностей было. Там можно приставить было, ну, просто, как говорится, когда они, знаешь, они готовились. Вот странно, знаешь, они готовились к этому въезду в приставе 30 секунд. Там очень много фиров было от нас. Они готовились, много. Но у Светозарова не было триморов на этот въезд. Да, он триморнул себя, потому что его фирм. Ну, я заметил, что Светозаров первая не Хекса, это мага. Вообще. Не Хексит мага. Ну ты заметил, я Хексов не видел. Это фейл. Да это даже фейл. Можно, да даже можно, даже знаешь, лучше даже не мага Хексити, когда играешь мага Хекси Варлока. Когда в тебя вот когда тебя стрижут Зуньяки, потратить одно ГКД на дикурс. В теории можно ГКД нажать и улететь. Ну, а в теории можно ГКД нажать и умереть. То есть, как бы, ну, он же блоки сливает, то есть, знаешь, ну, его, не всегда он летает, то есть, как бы. Вообще, да. По-разному. Ну, согласен с этим, что. Ну, все, а, ну, если уж на то пошло, можно и присту его дать, как бы, в общем-то. Ну, в принципе, да, это почему нет, пока нет. Маг в блоке, присту даешь, там... Ну, заметил я, что мало шока, это мало... Ну, вообще мало как-то, вот именно ассист в твоей команде дается Тазаров мало. Ну, понятно, что он шаман будет не самый такой, какой бы хотелось бы, конечно, иметь в команде Зуньяки, но видно, что... Вот видишь, как вот, например, тиммейты его просто там сейвят постоянно. Ну, тиммейты реально. Uh-huh. И причем, что Кара, что Зуньяки, они как бы оба похожи. Даже голоса у них, на самом деле, мне показалось, что у них похожи голоса, потому что они там все, гоу, крылья есть, там 15 секунд, все, играем. И он там чуть не. Он взрывается, когда он говорит, ща, убью, заспамили. И там просто, когда взрываются крылья, он. У него, наверное, такой рейдж в фейс был просто. Ну это да. Ну блин, ну, они правда были. Просто немножко не повезло. И такой сетап при 3 ШП, знаешь, вот просто вот, ну допустим, ну, одна не... минута кулдаун на портал, все, пока сразу. Ну, знаешь, извини меня, имеет тринкет, и две игры подряд слили. У шамана был тринкет. Первый раз не нажался, второй раз нажался, но получил сразу же дип. Ну, да, это, кстати, такое бывает, но он на самом деле ждал. То есть он не сразу тренировал, он ждал.